Боец в синем углу, ему 24 года. Рост 185 сантиметров, вес 70 килограммов 800 грамм. Его базовый стиль — рукопашный бой. Профессиональный рекорд — 2 боя, 1 победа, 1 поражение. Из Перми — Григорий Мальцев. И его соперник — боец в красном углу. Ему 21 год, рост 171 сантиметр, вес 70 килограммов 800 грамм. Его базовый стиль — вольная борьба. Профессиональный рекорд — 1 бой, 1 победа. Из Грозного — Амир «Пуля» Эльжуркаев. Рефери боя — Ашот Ашубян. Ну, все готово к началу 5-го поединка сегодняшнего вечера. И мы видим в октагоне Григорий Мальцев и его соперник Амир Эльжуркаев. И у нас первый раунд. И такое достаточно серьезное преимущество в росте имеет Григорий Мальцев. Если верить антропометрическим данным, то на 14 сантиметров он выше своего соперника Амира Эльжуркаева. Посмотрим, сможет ли он как-то воспользоваться этим превосходством в длине своих конечностей. Очень-очень сухой Григорий Мальцев. Да, очень высокий он для этого, для этой весовой категории боец. Так вот, лоу-киком Амир Эльжуркаев начинает этот поединок. Мне интересно посмотреть, почему Амир Эльжуркаев взял себе такой псевдоним «Пуля». Да. Чем может он удивить? Возможно, большая скорость, но сейчас мы все это и увидим. Ну, плотно он всаживает сейчас лоу-кик. Да, и несколько раз он попал им уже. Вот ответный лоу-кик от Григория Мальцева. Как говорится, обмениваются любезностями. Да, абсолютно верно. Вот попытка, первая попытка от Амира Джуркаева перевода в партер. Вот так вот забирает шею Григорий Мальцев. Дается освободиться сейчас Амиру Джуркаеву. И он переводит в партер все-таки своего соперника. Оказывается на спине сейчас Григорий Мальцев. Вязкая работа. Вяжет, да, именно вот так вот внизу. Пытается вязать Григорий Мальцев. Ну, у Григория очень длинные конечности. Это дает ему определенное преимущество, конечно, да, именно в партере тоже. Вот такими вот ударами пытается разбивать потихоньку своего соперника Эльжуркаев. Показывает он активность таким образом. Вот тычки сверху короткие, но в то же время достаточно неприятные, конечно же, удары наносит Амир. Ну и пока так Григорий защищается, больше старается вязать. Даже пока не пытается выйти из этого положения, но мы видим, готовит за счет ноги он. Григорий Мальцев, наверное, хочет что-то придумать интересное. Удалось подняться сейчас Амиру Эльжуркаеву в стойку, и несколько ударов он успел нанести. Очень вязкий такой поединок идет. Так вот
несколько ударов из такого положения, и попытка, нет, не удается. Была попытка выход за спину Амира Эльжуркаева, но оказывается он сверху и садится в маунт. Так точно. Григорию удается выйти из этого положения и почти удалось подняться в стойку. Амир Эльжуркаев контролирует ситуацию. Григорий Мальцев выходит из разных положений, но как вольник Амир молодец, делает свою работу. Да, ну именно вот здесь, наверное, он имеет такое преимущество как раз-таки. Пошла заключительная, осталось 40 секунд до конца первого раунда. И снова за счет ноги не могу понять, что-то пытается выйти на болевой прием или это как защитное действие? Григорий Мальцев пытается законтролировать его. Он нагружает его спину, поясницу, чтобы тот не бил амплитудные удары, не давая, да, абсолютно. И поднимает стойку Ашот Ашукян, рефери этого поединка, поднимает стойку бойцов. И буквально за... Ох, какой интересный удар! Сверху попытался нанести Григорий. И первый раунд закончен. Второй раунд. У нас второй раунд. И тут. Все в порядке и продолжается поединок. Такой лоу-кик, но потерял немножко равновесие Амир Эльжуркаев. Больше подскользнулся. Больше подскользнулся. Снова была попытка нанесения бэкфиста, но успел защититься Григорий Мальцев. Бойцы друг друга выжидают. Ждут, ждут. Каждый хочет работать на ошибки соперника. Так точно. Несмотря на свое преимущество в росте, мы видим, как хорошо низко подсаживается время от времени Григорий Мальцев и ловко успевает уйти от ударов своего соперника. Попытка забрать ногу была от Григория Мальцева, но защищается сейчас Амир Эльжуркаев. И оказывается сверху в таком положении. Григорий Мальцев занял положение хавгард. Удерживает ногу соперника, чтобы тот не перешел в маунт. И плотно вяжет. Да, пока сейчас вяжет. Не пытается уйти из этого положения. Ждет момента. Несколько ударов смог нанести Амир Эльжуркаев.
старается сделать креветку Григорий Мальцев. Восстановить свой гард. Но Амир Крижуркаев его контролирует очень плотно. Потихоньку обстукивает. Да, и вот так вот вяжет пока Григорий. Мы слышим, рефери требует от бойцов активности. В противном случае он может поднять их в стойку. Такое достаточно удачное положение выходит Амир Эльджуркаев. Я думаю, сейчас будет заряжаться. Возможно, будет добивать, бить, наносить удары сверху. Да, абсолютно верно. Ну и еще достаточно большое количество времени у Амира Эльджуркаева для того, чтобы использовать это свое выгодное положение сверху. Видим, очень успешно пользуется длиной своих ног. Григорий пытается их подсунуть под соперника для того, чтобы опрокинуть его назад. Но прижимается сейчас Амир. Не дает он это сделать. Сергей, насколько есть возможность сейчас у Амира нанести плотный акцентированный удар из такого плотного близкого положения? Он должен наносить из контроля. Законтролировал, оттянулся, ударил, опять контроль. Где-то проморгает, Григорий его может скинуть. Скинуть, вывести его из этого, да, положения. Так точно. Ну и вот сейчас за 40 секунд до конца второго раунда вяжет так снизу Григорий. Григорий пытается растянуть Амира Эльджуркаева. И вот попытка ему уйти из этого положения. Ну и вот тут вот попытался забрать руку Эльджуркаев, но удалось освободиться сейчас Григорию. И вот так вот спиной к сетке он сейчас попытается, видимо, подняться, попробует. Бойцы спотели, и очень тяжело сделать какой-то захват. Очень скользкие оба. Тяжело плотно подхватиться. Именно. Второй раунд закончен. На мой взгляд, такое небольшое преимущество имеет Амир Эльджуркаев, но очень... У нас третий раунд. Напоминаю, это Григорий Мальцев против Амира Эльджуркаева. Ох, пошел в размен сейчас Амир и попал несколько ударов. Решили бойцы порубиться, как да. говорится. Да.
И снова перевод в партер. И сверху оказывается Амир Эльджуркаев. Мы слышим, рефери призывает к активности бойцов. Да, вот тут как раз-таки, видимо, Амиру необходимо, Сергей, как раз о том, о чем говорили вы, выход из этого положения, нанесение удара и снова возврат. Вот что он и пытается делать время от времени. Да, он хочет улучшить позицию, нанести жесткие удары. И в то же время, наверное, попробовать сохранить вот это положение сверху. Сейчас он в стойке, но не дает подняться своему сопернику Григорию Мальцеву. Он и приглашает его к себе в партер, Григорий. Видимо, Григорий хочет что-то реализовать из грэпплинга. Есть у него домашние заготовки, видимо, которыми он хочет удивить соперника. Но бой поднимает в стойку, и бойцы продолжают поединок в стойке. Бойцы друг друга ждут. Да, такая пауза. Каждый ждет ошибки своего соперника. И попадает два удара с дистанции Григорий Мальцев. Такие плотные двоечки пошли. Внимательно ждет он навстречу. И также Амир Эльджуркаев. Видим, двигается в ногах. Плотный лоу-кик от Амира. И вот так вот в конце, в середине третьего раунда, немножко на публику начинает работать Григорий. Призывает своего соперника идти вперед. И перевод в партер от Амира Эльджуркаева. Григорию Мальцеву, видимо, и надо было это. Он так спокойно это воспринял. Да, провоцировал он своего соперника именно на этот перевод в партер. Скорее всего, абсолютно верно, Сергей, как мы уже и говорили, что есть у него задумки, видимо, там. И чем-то хочет он удивить своего соперника. Ну, посмотрим, и на это у него еще остается 2 минуты для того, чтобы реализовать свой план на поединок. Но Амир продолжает придерживаться своей тактики. Наносит он удары сверху. Сейчас попадает очень таким неприятным ударом слева он. Продолжает вязать Григорий своего соперника. Плотный удар коленом сейчас наносит Эльджуркаев. Хорошая позиция у Амира для этого удара. Вот он так садится сверху, заходит в маунт. И начинает левым ударом наносить удары по Григорию. У нас пошла заключительная минута третьего раунда. Очень неприятная ситуация для Григория Мальцева. Но, видимо, удается ему подняться в стойку. Чуть-чуть зевнул Амир. Да, и тут же освободился Григорий. Но какие-то проблемы с коленом. Мы видим, что прихрамывает Григорий. Ох, какой хайкик в голову сейчас попытался нанести Григорий. Такой опасный удар в прыжке он наносит. Очень интересно, он пользуется своим преимуществом в росте, и поединок закончен. Григорий Мальцев такой шоумен чуть-чуть. Да, очень интересно. Ну, именно очень многим болельщикам и нравятся вот такие вот бои. Такие бойцы ярко и запоминаются обычно зрителям. Оба бойца показали свой характер. Молодцы. Хороший поединок, да, показали. Интересный, зрелищный. Ну, мы ждем официального объявления победителя в этом бою.
Поединок продлился все отведенные 3 раунда. Единогласным решением судей победу одержал Амир Пуля Эльжуркаев. Да, и в этом бою победу одерживает Амир Пуля Эльжуркаев. Наши поздравления ему. В любом случае, уважение Григорию Мальцеву за то, что он показал такой яркий поединок. Молодцы, ребята.